谢谢你无私的分享。 Каждый раз помогать, я только за. Вот это точность. Если бы не ты, мы были бы по уши в дерьме.
Так, агент, твоя задача — найти купюры, которые распространял наш дорогой Амхерст, поскольку на них должен быть исходный штамм вируса. Эйблс — один из первых очагов заражения, так что если повезет, там будет полно таких купюр. А также Нью-Йорку. В универмаге один из самых крупных лагерей беженцев. Не хочу на вас давить, но без этого исходного штамма нам не на что опереться. А значит, на вакцину можно не рассчитывать. Так что это производственная необходимость. Концентрация углекислоты повышена. Ого, похоже, в здании пожар. Я загружу в ИСАК планы этажей. Наверняка они тебе понадобятся. Расчет маршрута к пульту системы пожаротушения.
Агент, не хочу надоедать, но мне нужны эти купюры. В целости и сохранности. И не обугленные. Обугленные края означают, что молния на платье уже расстегнута. И постарайся не погибнуть, ладно? От обугленных агентов тоже нет никакого толку. Внимание! Подтверждено наличие вируса. Агент, будь начеку. Мы только что получили сообщение от наблюдателей ОТГ. В здание прибыли новые группы чистильщиков. Держись от них подальше. Повторяю еще раз, купюры должны быть как новенькие. Ну, ты понимаешь? Внимание, вы входите в зараженную зону. Выход из зараженной зоны. Найти в разоренном универмаге купюры с исходным штаммом все равно, что иголку в стоге сена. Но тебе удалось таки это сделать. Жду не дождусь, когда ты притащишь их сюда. Обалдеть. Кстати, агент, у меня выпивка, если она еще где-то осталась. Вышел из вашей группы. Спасибо, агент.
Этот образец исходного штамма мне очень помог. Я подготовила отчет для потомков и для ЦКЗ. Ты тоже посмотри. Пошли в безопасную зону. Вы глазам своим не поверите. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Тьфу ты, дерьмо никчёмное. Жаль, мне нечего. Что это такое?
нужно что-нибудь обезболивающее. Ты молодец. Но нужно работать дальше. Я так рада, что спецотряд прикрыл их напалмовый заводик. Идеально. Даже не знаю, как тебя благодарить. Хотя у меня есть бутылка вина. Говорят, ими командовал какой-то Ферро. Слава богу, его уже нет. Карантин. Он жизненно необходим. Теперь мы сможем изолировать больных и зараженных, тем самым защищая всех остальных.
Вчера на Таймс-сквер пришли зэки. По слухам, они выбили оттуда батальон.